Сейчас эти танки спят. Они заслужили право на отдых. Их молодость пришлась на бурную эпоху проб и ошибок, громких пропагандистских лозунгов и тихих кулуарных указаний. Это было время принятия стратегических решений, последствия которых ощущались многие годы спустя. Наша страна училась делать танки. Но приобретать знания без наглядных пособий и наставников было невозможно. Аккурат под Рождество 1931 года, когда все православные граждане готовились встречать великий христианский праздник, на западную окраину Москвы съехалось высшее руководство рабоче-крестьянской Красной Армии. Военное начальство прибыло для осмотра зарубежных образцов боевой техники. Среди двух десятков танков, бронемашин и мотоциклеток красных командиров привлек лишь один образец – шеститонный «Виккерс Армстронг» с двумя пулеметными башнями. Прыжки через окопы, спринтерские пробежки по снежной целине и сокрушение сосны среднего размера произвели на присутствующих глубокое впечатление. Виккерсам срочно организовали полномасштабную проверку. Несмотря на достаточно сдержанные выводы комиссии, эмоции взяли верх над беспристрастными формулировками протокола испытаний. Не вникая в технические подробности, можно резюмировать, что у Виккерса были удачная трансмиссия и гусеничный движитель, приемлемое вооружение и очень капризный мотор. В противовес английскому интервенту, претендовавшему на роль массового советского танка, отечественные конструкторы могли противопоставить лишь Т-19. Но он оказался чудовищно дорогим в производстве. Стоимость опытного образца составила огромную по тем временам сумму – 100 тысяч рублей. Гораздо более дешевый и прыткий Виккерс устраивал как военных, так и заводчан. Впрочем, окончательное решение о перевооружении Красной Армии новыми танками, скорее всего, было принято, исходя из иных соображений. Виккерсами заинтересовались некоторые европейские страны. А поскольку лицензионная сборка предполагала достаточно быстрый выход на массовый выпуск, то появлялась опасность для западных границ СССР. Времени на разработку собственной конструкции уже не оставалось. В январе 1931 года военные выдают техзадание на разработку танка, используя результаты испытаний британского прототипа. Поначалу было предложено скрестить шасси Виккерса с корпусом, вооружением и силовой установкой Т-19. Затем попробовали модернизировать англичанина. Увеличили толщину брони, установили более надежный мотор «Геркулес», добавили третью огневую точку. Кроме того, кресло водителя переместилось к левому борту. Негоже советским танкистам сидеть справа на манер буржуазных англичан. В начале 1931 года Реввоенсовет постановил принять на вооружение новый танк под индексом Т-26. В серийное производство пошла практически точная копия Виккерса. С ненадежным двигателем, правым расположением механика-водителя и двумя пулеметными башнями, мешавшими друг другу при ведении огня. Планы по производству Т-26 были поистине грандиозные. Годовая программа выпуска должна была быть доведена до 13 800 экземпляров. На деле все оказалось гораздо скромнее. Перевод дюймовых размеров в миллиметры, освоение непривычных для нашего производства технологий, проблемы с прочностью брони и кустарщиной, процветавшей на ленинградском заводе «Большевик». Эти и множество иных сложностей, трудностей и проблем привели к тому, что в течение первых двух лет производства было выпущено вместо запланированных 10 тысяч всего 1411 танков. При этом военный заказчик дал им оценку весьма посредственной. Брак по корпусам достигал 40, а по моторам 88%. Дело наладилось, когда был снят запрет на отступление от слепого копирования Виккерса. Прежде всего, изменения коснулись вооружения танка. К концу 30-х годов
стало ясно, что концепция подобных двухбашенных легких машин нуждается в пересмотре. Основные причины этого положения заключаются в том, что броня этих машин уже не могла защитить от зародившейся противотанковой артиллерии. Вместе с тем, две башни не могли решить ту задачу, которая на них возлагалась. А именно, в пулеметном исполнении при слабом бронировании они не могли решить задачу чистильщиков окопов. В исполнении смешанном, когда одна башня оснащена пулеметом, а вторая орудием, они не могли выполнить задачу огневой поддержки. Две башни, в силу того, что сектора обстрелов были ограничены, не могли реализовать возможности ни пулеметов, ни пушек. Таким образом, данная машина уже не соответствовала требованиям ведения боевых действий в новых условиях. В 1933 году начался выпуск танка с одной цилиндрической башней, пушкой калибра 45 мм, спаренным пулеметом и увеличенным запасом топлива. Эта модификация стала самой распространенной. Более 5000 таких машин поступило на вооружение механизированных корпусов и бригад Красной Армии. Массовая танконизация требовала спешной подготовки огромного количества специалистов. Еще осенью 1931 года завод «Большевик» получил спецзаказ – 12 учебных комплектов танка Т-26. На этих стендах, изготовленных из отбракованных узлов и деталей, можно было увидеть, как работает трансмиссия, механизм поворота башен и прочая начинка довольно сложной по тем временам машины. Комплекты направили в танковые школы, училища и военную академию механизации и моторизации, высшее бронетанковое учебное заведение, подобного которому еще не существовало ни в одной стране мира. На легкий танк Т-26 командование Красной Армии делало основную ставку в будущей войне. Недостатки этой машины, которых постепенно от серии к серии становилось все меньше, должны были компенсироваться массовостью применения и слаженностью действий экипажей. Боевая подготовка личного состава ставилась во главу угла. И надо сказать, что результаты были очевидны. Такая форма соперничества между экипажами, как социалистическое соревнование, касалась всех без исключения сторон армейской жизни. Отличники боевой, политической и спортивной подготовки становились героями полковых многотиражек. На обучение танкистов не жалели средств. Снятый в 1940 году фильм «Тыл танкового батальона» по своей монументальности может дать 100 очков вперед иной батальной кинодраме. По сути, это полноценная игровая картина про то, как танковый батальон Эннского танкового полка с приданными ему тыловыми подразделениями после выгрузки на станции «Сосновка» готовился к переходу в район сосредоточения. Подробнейшим образом и с высоким артистизмом разыграна история о том, как колонна танков Т-26 снаряжалась в путь дорогу к линии фронта и чем в этот момент занимались тыловики. Зрители, имеющие представление о том, как снимается кино, отметят удачную установку осветительных приборов на съемочной площадке, применение сложного операторского оборудования, профессиональную режиссуру постановочных сцен. После просмотра этого фильма не оставалось сомнений в том, что в танковых частях полный порядок, а каждая штатная или внезапная ситуация успешно разрешается при помощи соответствующего параграфа уставов боевой, строевой, караульной и внутренней службы. Решительно отразив воздушное нападение, танки в сопровождении ремонтных машин, карет скорой помощи, штабных автобусов, бензовозов, походных кухонь и мощных тракторов «Коммунар» в стремительном марше достигают ранее намеченной исходной позиции. Спланированное до мельчайших деталей наступление во взаимодействии с пехотой приносит нашим войскам скорую и легкую победу. Раненый водитель выздоравливает, а подбитый танк в разгар сражения буксируется на ремонтную базу. Реально участие в боевых действиях выглядело несколько иначе. Впервые Т-26 понюхали пороху в Испании. 300 машин, большей частью которых управляли экипажи командированных из Советского Союза воинов-интернационалистов,
участвовали в боях под Сарагосой и Сесеньей. Опыт Испании показал, что 45-миллиметровая пушка советского танка поражает практически любую бронированную цель франкистов. Но и собственная броня Т-26 была слишком уязвимой. Потери от огня противника усугублялись частыми поломками двигателя и ходовой части, которые в боевых условиях были более чем неуместны. При следующей модернизации Т-26, которая произошла в 1938 году, появились сварная коническая башня, наклонные бронелисты под башенной коробки, дополнительный боезапас. Т-26 принимали участие в боях у озера Хасан на Халхин-Голе. Применялись они и во время финской кампании зимой 1940 года. Данные об участии Т-26 в прорыве линии Маннергейма практически отсутствуют. Официальная советская пропаганда красочно расписывала победы на Карельском перешейке. Но в болотах и лесах Финляндии осталось несколько сотен советских танков и бронеавтомобилей. На теме Зимней войны мы еще подробно остановимся в следующих сериях. Пока же скажем только одно. Героизм и преданность делу партии советских танковых экипажей не мог компенсировать всех просчетов в подготовке наступления на Выборг. Многие из попавших в плен Т-26 после ремонта и перекраски продолжили свою службу в финской армии. На базе 26-го изготавливалось два десятка различных боевых машин. Самоходные установки, бронетранспортеры, тягачи. Наиболее эффективные модификации были признаны огнеметные танки ОТ-26 и ОТ-130, стрелявшие струями горящего мазута на дистанции до 50 метров. Такой вид вооружения оказался весьма действенным при борьбе с засевшей в окопах и блиндажах пехоты противника. Но в боевых конфликтах конца 30-х годов командование Красной Армии основную надежду возлагало уже не на Т-26, а на совсем другие бронированные машины. С появлением прототипа этого танка в Советском Союзе связана история о подкупе американского конструктора Уолтера Кристи и тайной переправке боевых машин под видом сельскохозяйственных тракторов. На самом деле это красивая легенда. Историческая правда такова. Закупка двух танковых шасси системы «Кристи», соответствующей технической документации, а также прав на серийный выпуск в течение 10 лет, обошлась нашей стране в 64 тысячи долларов. Еще 100 тысяч долларов получил сам конструктор танка за переуступку прав на патент. Следует объяснить, чем был вызван подобный ажиотаж вокруг заморских новинок. Дело в том, что в одной машине удалось совместить два противоречивых качества. Способность преодолевать бездорожье и нестись по шоссе со скоростью лимузина. Хитрость была в комбинированном шасси. Легкосъемные гусеницы демонтировались за 40 минут, после чего танк мог продолжать движение на обрезиненных, хорошо подрессоренных колесах. Авиационный 12-цилиндровый мотор мощностью в 400 лошадей обеспечивал отличные ходовые характеристики. Прекрасная идея, несмотря на щедрую оплату советского правительства, имела довольно скверное воплощение. На второй день испытаний американский танк, что называется, посыпался. Самым слабым местом оказался кронштейн ленивца, переднего направляющего колеса. Выходила из строя коробка передач, рвались гусеницы. Что же касается движения на колесах, то при скорости свыше 60 км в час машина становилась практически неуправляемой. С производством БТ-2, так было решено назвать советский ремейк этого быстроходного танка, произошла та же история, что и с Т-26. Жесткий приказ копировать без изменений привел к тому, что на поток была поставлена, по сути, экспериментальная машина со множеством конструктивных недоработок. К американским ошибкам добавлялись свои собственные. Особо тяжелое положение было с броней.
Она получалась непрочной, деформировалась при клепке корпуса и не держала даже пулеметный огонь. Дело дошло до того, что первая партия танков, отгруженная с Харьковского паровозостроительного завода, имела башни из котлового железа. Улучшением танка БТ-2 занялось сразу несколько коллективов. Заслуживает особого внимания модель под индексом БТ-2ИС, разработанная под руководством талантливого рационализатора Николая Цыганова. Дополнительные ведущие катки позволили резко улучшить ходовые качества танка и довести его скорость до 100 км в час. Возникали вокруг БТ-2 и совсем уже экзотические идеи. В частности, как быстроходный танк превратить в быстролетный. И не просто перевозить танк по воздуху, а скрестить его с аэропланом. Конструкторское бюро Рафаэля Анса в соответствии с техническим заданием управления механизацией и моторизацией спроектировало летающий танк с крылом и толкающим воздушным винтом. Кстати, над этим танколетом трудился авиационный инженер Семен Лавочкин. Что же касается самого БТ-2, выпущенного в количестве 620 экземпляров, то он стал переходным изделием, проторившим путь более совершенным машинам. Замена пушки калибра 37 мм на 45-ку, а импортного мотора «Либерти» на отечественный, несколько повысили боевую эффективность танка БТ-5 по сравнению с предшественником. Еще одно внешнее отличие этой модификации – антенна в виде поручня, опоясывающего башню. Но радиостанции устанавливались только на командирских машинах, и широкий обод вокруг головы танка подсказывал противнику, кого надо атаковать в первую очередь. БТ-5 имел некоторые отличия в оборудовании и вооружении, в том числе противопожарную систему. С учетом склонного к возгоранию мотора, работающего на авиационном бензине, это новшество было совсем не лишним. За 2 года выпустили около 1900 БТ-5, часть из которых дожила до начала Великой Отечественной войны. Но уже первые огневые контакты в Испании, Монголии и Финляндии с немецкими, итальянскими и японскими танками указали на главный недостаток «пятерки». Броня была слишком уязвимой. Пределы совершенства в рамках выбранной концепции БТ-шки достигли в 1935 году, когда появилась модель под счастливым номером 7. Танк потяжелел за счет более толстой 20-миллиметровой лобовой брони, стал массивнее, но скорости при этом не потерял. Башня цилиндрической формы к 1937 году была заменена на коническую, заставлявшую рикошетировать попадающие в нее снаряды. Капризный двигатель М5, не слишком удачную копию американского «Либерти», заменили на М17Т, танковую версию мотора, поднимавшего в небо тяжелые туполевские бомбардировщики. Все вышеперечисленные варианты быстроходных колесно-гусеничных танков обладали одним существенным, а часто фатальным, недостатком. Бензиновые двигатели, повзаимствованные у авиаторов, оставляли экипажам БТ-шек немного шансов уцелеть в бою. БТ, так же как Т-26 и абсолютное большинство зарубежных танков того времени, вспыхивали факелом, стоило снаряду, осколком или пулем перебить бензопровод. Первым советским огнеустойчивым танком стал БТ-7М, оснащенный только что разработанным и запущенным в серию дизелем В-2. Спустя всего несколько лет двигатели, работающие на солярке, станут абсолютной истиной для наших проектантов. Советские танки защищали правое дело в Испании, Китае и Монголии. Но бывало и по-другому. Один из фрагментов новейшей истории, в котором главную роль играли бронетанковые войска Красной Армии, сначала беззастенчиво искажали, потом стыдливо замалчивали. Речь идет об освободительном походе на Запад, который начался 17 сентября 1939 года. Пакт Риббентропа-Молотова, подписанный 23 августа 1939 года, стал первой строкой одной из самых позорных страниц истории СССР. Начавшиеся утром 17 сентября учения по плану номер 22 были ничем иным, как крупномасштабной операцией по оккупации Восточной Польши.
5000 советских танков, ломая пограничные столбы, устремились по направлению к Барановичам, Гродно, Бресту, Вильно. Если верить учебнику истории издания 10-летней давности, этот мирный марш советских войск по земле братской Польши был вынужденной контрмерой, не допустившей полную аннексию славянского государства германскими войсками. У нас нет обобщенных сведений о боевых потерях в этой 18-дневной войне, завершившейся совместным парадом советских и фашистских войск в полуразрушенном Бресте. Но собрав воедино воспоминания участников боев и некогда секретные донесения штабов, напрашивается следующий вывод. Потери войска польского были катастрофическими. Тысячи погибших и десятки тысяч взятых в плен братьев славян, многие из которых закончили свой земной путь в законспирированных братских могилах на территории СССР. Для Красной Армии рейд польский обошелся гораздо дешевле. В каждой из 9 танковых бригад, участвовавших в боевых действиях на территории Речи Посполитой, потери составили по несколько танков и бронемашин. И еще одна деталь, о которой практически ничего доселе не сообщалось. 19 сентября 1939 года в предместье Львова состоялся первый бой между советскими и германскими войсками. Смяв польские позиции, немцы и русские встретились на линии огня. В создавшейся неразберихе было уничтожено 3 противотанковых орудия вермахта, 6 советских броневиков и 1 БТ-7. Взаимные извинения выглядели не слишком искренними. Обе стороны начинали прощупывать своих будущих противников. Мнение о том, что перед Великой Отечественной войной материальная часть бронетанковых войск Красной Армии морально устарела, не соответствует действительности. БТ, которых к тому моменту насчитывалось не менее 7800 штук, превосходили германские Т-1 и Т-2, чешские «Праги», венгерские, итальянские легкие танки и самоходки. Но в начале 40-х годов колесно-гусеничным машинам было суждено сойти со сцены театра боевых действий. И это несмотря на расположенность к ним армейского руководства. Конструктор Кристи точно определил нишу, которую может занять его изобретение. Танк массой около 10 тонн, стремительно перемещающийся вдоль линии фронта, появлялся в тех местах, где требовалось поддержать пехоту и кавалерию. Стихии подобной боевой машины, ракады с твердым покрытием и заранее спланированные совместные операции, дающие время переобуться с колес на гусеницы. А много ли в России хороших дорог, по которым можно нестись на всех парах? В конце 30-х годов стало ясно, по крайней мере, первая фаза будущей войны будет проходить не на автобанах, рассекающих восточные земли Германии, а в чащах Белорусского Полесья, болотах Приполярья, бескрайних черноземах Малороссии. Какие уж там колеса. Серия БТ фактически завершила очередной этап истории российского танка, этап изучения зарубежных аналогов и выбора собственных путей развития. Конструкторские бюро и заводы, переболев детской болезнью подражания, приобретали все большую самостоятельность. Косвенным подтверждением тому явилось создание в июле 1931 года научно-испытательного автобронетанкового полигона управления механизацией и моторизацией рабоче-крестьянской Красной Армии. Таким образом, период слепого копирования зарубежных аналогов в отечественном танкостроении практически был завершен, и наша промышленность перешла к поиску собственных путей развития бронированных машин для Красной Армии. БТ не были последними отечественными колесно-гусеничными танками, но их прямой наследник по имени А-20 – отдельная тема. Почему этот танк держится особняком – рассказ впереди. –